Серия 177, участок Мурманск-Магадан, продолжаем движение, трасса Лена, А-360. В этой серии будет пройдено 78 километров. Что такое? Аварийный участок дороги? Ну, проверим, нет уж. Поедем прямо. В центр города заезжать не будем. Так что тут ремонта нет, все нормально. Мотни. Поехали, теперь там мод.
Якутск 513. Впереди камера. Залью бензинкой до полного бака, потому что спасибо. Хоть спасибо сказать еще это.
карту памяти. Режим записи. Так, поменял карту памяти. Пройдено сегодня 271, в движении 6 часов 58 минут. Двигаюсь в сторону Якутска. Запас хода 750 километров.
дорога, я просто поражен. Такое ощущение, ты на месте стоишь. Дорога. Говоришь, ремонт. Нету ремонта. Видео доказательства. Говорит, на мосту ремонт. Я не знаю.
большой скорости. Оглох, блин, или дорога на самом деле такая нешумная. Чрезвычайно сильная, мой милый. Иногда себе такую воображаю. Радио FM. Потом сам себе удивляюсь. О, когда я был в Кадуеве. А потом... Ведь мне кажется, кадуевским вице-губернатором был. Я? Поделайте, дядюшка, что представьте себе, друг мой. А я все принимал. Тебя за вице-губернатора. Да и думаю, что это у него как будто бы вдруг стало совсем другое лицо. У того лицо было такое осанистое, умное, эдак немного сбоку, так на бубнового короля. Он очень похож. Вам нужно до основания изменить вашу жену. Иначе вы заболеете, вы истощите себя, вы умрете. Люблю. Боже мой! Уже... Там и представьте, вы прав. Меня чрезвычайно мучит геморрой. Особенно с некоторого времени. А когда у меня бывают припадки, вообще удивительные при этом симптомы. Дядюшка, вы об этом в другой раз расскажете. Ну да. Ну да, в другой раз. Да это может и не так интересно слушать. Я теперь соображаю. Здрасте. Вам бы попробовать лечиться за границей. За границей. Я обязательно поеду за границу. Когда я был за границей? 20-е годы. Я помню. Было удивительно. Еще раз. Я чуть-чуть не извинился. На одну гипотезу французов. Я был чрезвычайно влюблен и готов был посвятить ей всю свою жизнь. А, впрочем, женился не я, а другой. Это странный случай. Отлучился всего на 2 часа. А другой не восторжествовал. Один немецкий барон. Он еще потом некоторое время в сумасшедшем доме сидел. Вам стать бороться. Я к тому говорю, что вам нужно серьезно подумать с вами. Сохранить попытки и иметь. Нет, надо чего стоит одну минуту. Но решительно, решительно нужно платить, потому что буханка попадется. Болезнь быстрее весь простой. Хочу, я сейчас пойду. Ты бы наше попросил. Я сейчас. Я на одну минуту готов записать одну новую мысль. Ну, как долго? Не понимаю. Решительно не понимаю, чем вы вас ведете. Боятся нас почтенным крючков над мозгом. Поднимать на смех каждое его слово, коль ты станешь, хотя волнуй его. Я краснела за вас, Павел Старкин. Что вы нашли в нем смешного? Я ничего не нашла в нем смешного. Ну как же, на то, что он заговаривается, то, что он забывает иногда людей. Так это следствие его ужасной жизни. Его ужасного летнего заключения в удозорных акции женщине. Его нужно жалеть, а не смеяться над ним. Он даже меня не узнал. Сами были свидетели. Это уж вообще, так сказать, вопиет. Я предлагала ему ехать за границу. Единственная надежда, что может, он бросит эту торговку.
А знаете что, Мария Александровна? Его нужно женить. Опять? Ну вы неисправимы, вовсе нет. На этот раз я говорю совершенно серьезно. Почему же не женить? Это тоже идея. Сиду комнату. По закону князь все еще может жениться. Представьте себе, что он изберет девушку. А еще лучше вдову. Добрую, умную, нежную, кроткую, а главное бедную, которая поймет, что дядюшка облагодетельствовал ее, назвав своей женой. А что ж ему лучше, как не участие нежного, любящего существа, который постоянно будет находиться подле него вместо этой бабы. Разумеется, она должна быть хорошенькой, потому что князь до сих пор еще любит хорошеньких. Вы заметили, как он засматривался на Зинаиду Афанасьевну? Радио ФМ Алдана. Настасья Петровна, да хотя бы вы, если только угодно. Ответьте мне, чем вы не невеста князю? Во-первых, первый вы раз. Хорош. За сколько дней? Во-вторых, вдова. В-третьих, благородная. В-четвертых, бедная. Потому что в самом деле не богатая. В-пятых, вы благоразумная дама. А следовательно, будете держать князя в кнопочках. Прогоните его барыню в толчки. Повезете его за границу. Будете кормить вот такими конфетами. И все это ровно до той поры, пока дядюшка не оставит. Забыл, про конфеты забыл. Настасья, это
все. Так, две радиостанции, но музыку я не включаю. Вот уже объяснял почему. Отворы заляпало стекло. Это на асфальте. А что на грунтовке? А вот сделать вот эти вот участки, которые сейчас требуют капитального ремонта, и дороги в Якутии будут ничего не хуже. Автобанов или как их называют. Вот, почему?
что-то заляпает опять. Сделала свое плохое дело, да? Он показывает 3G. Сейчас проверим, какие 3G. Разбирался с этим. Там вот заеду. Это не могло меня обмануть. Я такой
на полное мое убеждение в совершенном благородстве такого поступка. Я принимаю ваше предложение вполне. Слышите? Вполне. Я объявляю вам, что готова выйти за князя. И даже готова помогать, сделав ваши усилия, чтобы заставить его на мне жениться. Для чего это, девы, вам не надо знать? Достаточно того, что я решилась. Я буду подавать ему сапоги. Блин. Я буду плясать для его удовольствия, чтобы закладить перед ним мою низость на рынке. Каким образом вы все это устроите? Ну, Теле2 показывает 100%. Я вполне откровенно. Ну, клянусь тебе, Зина, уровень сигнала наконец-то отправил. Почему я так интересуюсь подробностями вашего плана? Потому что это себя не надеюсь. Вам сказал, что я на все согласна. Если подробности вашего плана будут уж слишком трезвы, слишком отвратительны, я приду вам на все позже. Я знаю, что на новой низ лежит на полностью вероятность реальной, которая нам плавает то, что он я. Это непременно так нужно, Зиночка, душечка, не покажет нас, не заработал, но на ночь. Ведь здесь один только ты, не прав, но ведь это все делают. Нужно только с этой дочкой стрелять, и все починешь. Ну, кого она покажет? Ну, не хитритесь, а ты маменька, вы же видите, она все согласна. Ничего, еще. Я только сама пойму, что они сами каждый может быть бабой. А тут ты и сегодня такой не потрясочек в жизни. Ты то, что это дура. Какая тут пакость. Вовсе не пакость. Напротив, все очень даже благородно. Я решительно докажу тебе, Лисиночка. Да полноте, маменька. Может быть, доказательство. Ну, не буду, не буду, дошка. Ой, я со всем разобралась. И это называется первоклассник. Взрослый мужчина. Вот это да. Ладно, Лисиночка, ладно. Ой, я заболталась. Сейчас же сажусь. Проехал Алдан, впереди Томмот, километров 30, наверное, 20. Наконец-то появился Теле2, но он, так, все, дорога плохая, я сбился, но он... Отвечаю на комментарий Сергея Трошина к серии 165. Как можно было не поверить повороту в Тынду? Атлас вам бы не помешал. Во-первых, в атласах и в картах гораздо позже появляются изменения, какие-то корректировки, это по понятным причинам. Если бы стоял указатель и стрелка указывала на город Якутск, без сомнения я бы свернул и двигался по этому направлению. Но у меня возникло сомнение, что это может быть альтернативой трассе Лена. А у меня стояла цель полностью снять трассу Лена. По этой причине я решил воспользоваться, ну, своими знаниями и поехать так, как поехал. Примером того, что альтернатива Лени может быть, это альтернатива трассе Колыма Р-504, где меня навигатор пытался развернуть, наверное, на протяжении 500 или 700 километров на старую трассу. Но по старой трассе проехать на маленькой машинке невозможно. Мосты разбиты, водные переправы или брод. Я бы на маленькой машине не рискнул бы ехать вброд. Вот, исходя из этого, мной было принято решение двигаться по тому маршруту, по которому я поехал. То есть доехал до Уюта, развернулся и уже по стрелке я свернул направо в сторону Якутска. Странно, почему вот дорожные указатели написано Тында, а не Якутск, не Магадан. Вот это один из таких вопросов, который
на которые я хотел бы услышать какой-то разумительный ответ. Ну вот сейчас заканчивается грунтовка. Слушайте продолжение комментариев из салона автомобиля. Ну и желаю комфортного просмотра. Продолжу комментировать на участке, когда начнется на видео грунтовая дорога. Отвечу на некоторые вопросы. Хотел бы добавить, что серия закончится вблизи города Томмот. Все, пока. Ставишь стакан с водой на торпеду и вперед. Повелась вода. Твою же душу мотал. FM кончилось. Радио FM кончилось. И у мегафона связь пропала. Теле два.
связи нет. Начинается дорожная работа. Нужная тревога. Пряника смешней, который купил в Чернышевске. Попробую водичку, которую я залил по дороге к столовке. Вроде вкусная. Там, где менял карту памяти на видеорегистраторе, нашел буфет, кафе, там не знаю что. Говорю, мне нужно воды набрать. Оно показывает на емкости с водой. 5-литровые пластиковые канистры. Я говорю, мне для питья из крана можно набрать? Я заплачу. У меня бутылки, мне неудобно. 5-литровую канистру. Вот. Удобно вот, по бутылкам разлил воду и пользуешься. Заливайте, пожалуйста. Я заплачу. Ничего платить не надо. Cool.
такое? Поперхнулся. Хорошая, свежая, вкусная вода.
утомились водители, пассажиры. Так, там вот, наверное.